Привет, друзья! Начинается мой третий день в Нью-Йорке. План действий. Собственно, никакого плана нет. Но начинаем с Центрального парка. Будем гулять, куда глаза глядят. Центральный парк. Замечательное место. Жители Нью-Йорка любят его. Выгуливают собак, бегают, ездят на велосипедах. Ну, а в хорошую погоду, как мне кажется, любят лежать на травке. Парк представляет собой прямоугольник длиной 4 километра, шириной 800 метров. Прямо внутри города. Абсолютно искусственно созданные все пруды, весь лес. Все это никогда естественным образом не росло здесь. Все это дело рук человека. Мемориал Джона Леннона. Знаковое место в Нью-Йорке. Джон Леннон жил неподалеку в отеле и в конце концов был убит тоже неподалеку от этого места. Клеопатры. Клеопатры не имеют никакого отношения. В ее времена он уже был древностью. Доставка обелиска в Нью-Йорк из Египта была непростой технической задачей для 19 века. Однако ее сумел выполнить военно-морской офицер в отставке Генри Горидж. После прогулки по Центральному парку следующая
у нас будет поход в художественный музей Метрополитен. Продолжаем нашу прогулку по Пятому авеню. Мемориал 11 сентября – это, безусловно, то место, в котором надо побывать.
trains in the city. But you can't get through when all the circuits are busy. Train stopped running. It was just as it drops a lot. So, the fire is still rolling into the air. I saw it, you could hear a pin drop. Je ne pouvais pas du tout croire ce qui se На этом мой день заканчивается. Впечатлений много. Еду в отель отдыхать. Завтра будет новый день, будет продолжение. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и жду вас снова на своем канале.